18 июня в рамках краткосрочного визита в Архангельск состоялась встреча президента и совладельца компании «Лукойл» Вагита Аликперова и ректора САФУ Елены Кудряшовой. В режиме видеоконференции гостям была представлена видеопрезентация строящейся научной библиотеки университета. Вам с новизной в технических отраслях приходится встречаться каждый день, а эта новизна подходит к библиотеке. Что это такое? Директор департамента информационно-библиотечного развития Петр Овсянкин вкратце рассказал Вагиту Аликперову, члену попечительского совета САФУ, о строительных работах на объекте. Вот в том углу. Это большой сегмент. Это одна четверть здания первого, площади первого этажа. Там культурно-досуговый центр для студентов, отдельные санузлы, отдельная гардеробная, там музей. Отчеты впечатлили не только тем, что в будущем это будет настоящий инновационный комплекс, но и темпами работ. Библиотека практически готова, хотя с начала строительства прошло всего 13 месяцев. На ноябрь намечен официальный визит президента «Лукойла» в наш город, и по предварительной договоренности он может принять участие в приемке здания. В короткой беседе с директором Института нефти и газа Марселем Губайдулиным были обсуждены вопросы подготовки квалифицированных кадров для нефтяной отрасли на сегодняшний момент, а также в перспективе разработка программ обучения студентов в Нарьинмарском филиале САФУ, географически близком к нефтяным месторождениям. В завершении встречи руководители САФУ и «Лукойла» обменялись памятными подарками и по традиции сфотографировались на фоне памятника Михаилу Ломоносову.